В Орленке прошел тематический день, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем участвовали свыше 400 мальчишек и девчонок из разных регионов страны. Также гостями мероприятий стали представители Следственного комитета Российской Федерации. Игорь Хворостянов расскажет подробности. День начинается с церемонии выноса копий Знамени Победы. Главный режиссер «Орленка» Николай Зинцов рассказывает, почему важно знать и помнить историю Великой Отечественной войны и как не быть Иванами, родства непомнящими. Затем мальчишки и девчонки идут на многочисленные тематические образовательные площадки. Например, в игре «Путешествие Тишина гор» орлята узнают о Туапсинской оборонительной операции и о подвигах альпинистов. После этого ребята практикуются в скалолазании со спецснаряжением. У нас есть уникальная возможность показать вам письма, которые с фронта приходили. Сегодня вместе с ребятами в мероприятиях тематического дня в Орленке, который посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, участвуют представители Следственного комитета Российской Федерации. Гости общаются с ребятами, делясь с ними тонкостями профессии следователя и рассказывают о программе «Юный следователь» в Орленке. Очень много интересного узнала, как работать следователем. Скорее всего, тоже в будущем пойду работать. Очень интересная профессия. Ну, я запомнила то, что у нас в России есть 3 кадетских корпуса, в которые можно поступить после 8 класса. После занятий орлята и гости отправляются к братской могиле советских солдат в поселке Новомихайловский. Здесь покоится более сотни воинов. Короткий митинг у памятника завершается возложением цветов. Эти люди отдали жизнь, защищая нас, чтобы мы родились, чтобы жили в мире и спокойствии, чтобы сохранить память, чтобы рассказывать людям, детям о том, какие люди есть, кто защищал нас. Добрый день. Здравствуйте. После митинга представители Следственного комитета навещают 2 сотрудников «Орленка», участников войны. Вручают им продукты и памятные медали 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Сегодняшний визит представителей Следственного комитета Российской Федерации во Всероссийский детский центр «Орленок» связан с патриотической эстафетой добрых дел Следственного комитета. Она запущена в преддверии 75-летия Победы, была одобрена администрацией президента Российской Федерации, включена в план основных мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Российской Федерации. Минута молчания. Финальным событием становится минута молчания. Орлята, сотрудники и гости центра почтили память погибших на полях сражений. В завершение тематического дня ребята спускают памятный венок в воды Черного моря. Я чувствую прежде всего благодарность. Благодарность тем, в чью честь мы возложили этот венок. Морякам, воинам, всем, кто положил жизнь за Родину. Также я чувствую гордость. Гордость за то, что мне была предоставлена возможность возложить венок в память об этих людях. Игорь Хворостянов, Алексей Исаев, Аркадий Коваленко, телеканал «Орленок ТВ».